В День защиты детей в церкви «Вера, действующая любовью» прошел праздник детства. В нем приняли участие около 400 детей со всей округи. Об этом в нашем следующем сюжете. В День защиты детей в церкви «Вера, действующая любовью» прошел праздник детства, в котором приняли участие около 400 детей со всей округи. Что тебе особенно понравилось в сегодняшнем празднике? Конкурсы. Конкурсы. А еще что? Подарки. Был показан интересный спектакль. Клоуны провели конкурсы с подарками. Ты кто? Ты как тебе сказать, Алёша? Ты знаешь мое имя? Кто же ты? Медведем зовусь, сказать я решусь, что я обошел целый свет. Пою за ребят, очень этому рад я медель. Всеобщий привет. Вот мне понравилось, что вы так увлеченно вот это привлекли детей к тому, чтобы рассказать, как наша земля там устроена и все такое. Мне это понравилось. В малых группах дети с наставниками смогли узнать о сотворении мира. В конце праздника каждого ребенка благословили памятным подарком и мороженым. Цель этого праздника – евангелизация детей. Наша цель – показать величие Бога, нужду в Спасителе. В общем, евангелизация детей. Ну, Бог открыл такое понимание, такой путь, что вот в этот праздник, который мы ежемесячно проводим, можно собрать огромное количество детей в одном месте. Как бы ходя по улице просто, это не просто сделать, может быть, даже невозможно. Специально для телеслужбы «Благих новостей» Светлана Петрова, Денис Рябов и Алексей Убейкин, город Ижевск.